На полигоне Донецкой Народной Республики под Тарезом в 75 километрах от линии разграничения прошли практические занятия при участии руководящего состава Минобороны, командиров батальонов различных подразделений. О проведении мероприятия заранее уведомили миссию ОБСЕ. В ходе учений отрабатывались навыки стрельбы из различного вида вооружений в полевых условиях, дневной и ночной обстановке при различных метеорологических условиях. Метеорологический комплект предназначен для измерения в полевых условиях следующих параметров метеорологических элементов: мгновенной скорости ветра, направления ветра, относительной влажности воздуха, температуры, атмосферного давления, метеорологической дальности видимости. В армии Донецкой Народной Республики эта установка применяется для сбора метеорологической информации. Сейчас мы развернули десантный метеокомплекс ДМК. Он нужен для того, чтобы считать метеопоправки. Мы с него сняли атмосферное давление, температуру воздуха, скорость ветра, угол ветра, направление ветра. После этого составляется метеосредний. Каждые 2 часа метеосредний обновляется. В ходе учения необходимо было уничтожить условного противника как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций. Цели учения достигнуты, подразделения получили хороший опыт и практические навыки ведения боевых действий. Марина Еремченко, Станислав Мухин. Программа «Доблесть, надежность, решительность».